Это самый хороший скорпион. Снимать боли, рак лечения, еще как инсульт. Инсульт. Инсульт тоже хорошо помогает. Паралич. Паралич. И сустав болит, это скорпион. Если принимаете сразу, хорошо. И это сосуд, атеросклероз. Тоже густой крови, они где-то помогают. Почему раньше это никого не купить в Китае? Сейчас очень дорогие. Скорпионы? Скорпион. Раньше документы не давать. Говорит, это яд. Нельзя. Ну да. Почему яд? Это хорошее лекарство. Да, вот именно. Много раньше говорит яд. Я думаю, это хорошее лекарство. Если в России говорит, это я, значит, очень действенное лекарство. Надо обязательно взять. И попробовать. Нет, я с русским специалистом. Я много говорю. Как коронавирус лечения. Китай трава махон. Как? Махон. Махон, не знаешь? Нет, махон. Махонь. Нет, нет, махонь. Как она по-русски? Махонь, да? Как она? Махонь. Не лимания клейка. Сейчас. Махонь. А по-русски как? По-русски, сейчас подожди, я могу найти. Эфедра. Эфедра? Эфедра. Эфедра. Она у нас есть? Да можно. Хвойник китайский. Хвойник и китайский. Ну, он так и так пишет. Федор? Эфедра. Афедра. Афедра или хвойник китайский. Да, да. Одинаково? Одинаково. Специалиста, я с ним много говорил. Они говорят, да, это я, да нельзя. Я лечил много коронавируса, если температура, кашля, вот очень хорошо. Вот это вот хвойник китайский. Хвойник. Эфедра. Да, они как это яд. Яд, что лечение это химическое, которое не помогает кашля не снимать. Я сам не делаю. Я их очень хорошо помогаю. Почему? Внутри можно делать наркотики. Угу. Состав, если так. Это... А у нас продается? Можно у нас? Можно. Можно, да? Если. Угу. Только как экстракта экстракт. Можно собрать наркотики. Угу. Наркотик можно собрать. От супа все тяжкие. Наесться наркотика и все будет. Экстракт ничего не прямо варится еще. Да. А его что, варят, вот этот хвойник китайский или нет? Или его так принимают травой? Раньше тоже хорошо растет. Ну, а, ну вот я говорю, ну, я купила. Его варить надо или что с ним делать? Варить, заваривать? Варить. Заваривать, да? Да, рецепт. Да, рецепт какой? С хвойником. Вы хотите, нужно? Ну, конечно. Нужно, давай. Сами болеют. Да, нам пригодится. Давай, сейчас я могу давать. У нас друзья давать. Болеют. Китай государство, закон писано, это рецепт самый хороший. Вот, и мы хотим выйти. Самый хороший китайский рецепт. Вы можете сейчас. Кто, если человека температура не снимать, химически не помогает, я могу лечение без брата. Вы попробуйте давать. Давайте. Рецепт, давай, сейчас я пишу рецепт. Конечно. Сейчас мы все рецепты узнаем. Все секреты. Давай сейчас бумажка и выходит. Я бумажка. Да, что уже дали? Да. Дали. Ага. Сначала воротник, как? Воротник? Не, махон. Не соль, эфедра. Так, эфедра сколько ей надо? А, здесь я тоже так себе. Ой, сейчас.
чуха. Цыганцхал. Тюк. Цыганцхал. А дальше что? Юль? Сейчас он напишет, а потом он будет. Это я перевесяю. А я брала полы, полынь, вот делаю огненный массаж с полынем. И у меня после ковида приходят клиенты, и они говорят, нам говорят, легче дышать. Да? Это было. Правильно? Да, правильно. Самое главное, потом ты сам думать, как свою практику. Да. Самое главное, вы получаете. А я теперь думаю купить еще сбор, этот, грудной сбор, если еще. Ну, продают травы. Грудной травы. Сбор, травы, много трав, вот набор трав, грудной сбор. Там математика, подорожник. Ну, русские травки. Русские травки от кашля. Да, да. Для легких. Для легких. Можно. Можно, да? Ну чего нет, если у тебя это получается. Я вас говорю, вы предпочтите то самое, как врачи свою практику. Иногда от него мешает, главное помочь, как метод помочь, все открыло. Да. Все меня, все работа. Я ему как это давай еще хорошо. Получится как эффективно. Друг другу помочь это. Ну хорошо, тогда полынь вообще очень хорошо помогает. А вот это вот от токсинов, да, вот это вот? Да, это токсин, это запора, да, да. Температура, да, да. А температура тоже помогает. А сколько штук принимают? Штук там. Да. Сколько штук принимают и сколько стоит? Это 6 грамм. Слабительное, да? Награда температура, запора, так с ней выходит. Чтобы она температура, то есть. От температуры много причин. Если один, как я за туалет не могу, все там. Да, 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 тоже температура много. Это хорошо. Очень хорошие рецепты, много разных рецептов. Юля специалист, да. Много хороших рецептов, которые завод фабрика, который так. Это было не писать, это сюда. А у вас продается сам делает? Сам делает, когда есть сюда? Да, рецепт. А перевод? Я ж китайский бубу. Мы не бубу. Китай ноу. Сейчас значок. Я думаю, она специалист была. Я не все знаю. Давай. Слова. Спасай. Здесь слова, они юсы, мы там туда и вы это на канцам. Почему? Вот это. Сейчас пандру. Тут за слова. Юль, ты что не знаешь, у Хуан спрашивал, он скажет. Я все не знаю. Ну, тогда, Хуан, нам переведите, пожалуйста, что надо. Как принимать эфедру эту? Пайцзоу. Ну? Вы никогда не купите. Хайфу. Знаете? Вообще нету. Панься. А мы через китайцев, через друзей китайских купим. Через вас купим. Афедра или эфедра? Эфедра. Вообще не афедра. Нет, это у Юли нас спрашивают. Юля, как правильно? Эфедра или эфедра? Эфедра. Ну, правильно написала? Эфедра. Эфедра. А теперь давай рецепт. Эфедра. Я вообще письмо не понимаю. Ни половину. Хуан, переведи нам, пожалуйста. Есть уже готовый? Нет, фотографии взяли. А как мы, а кто нам переведет? Не, первочка. С первочкой нам переводить. Пишите, лечебный коронавирус. А, да, пишите. Ата. А есть готовое лекарство такое? Мы же вот много. Нет. Нет, если другое не очень, это рецепт самый эффективный. Mm-hmm.
при котове не очень. На память надо записать хотя бы. Я вам фотографировала. Что вы записывали? Надо фотографировать такие вещи. Ну, тоже у него есть такая трава. Как готова? Нет, нет, все, трава я тоже. Это все заваривается. Вон, а нам не переведете? Это будет вообще тема. Наверное, мы не сильно должны найти такие. Это не так просто, это трава, имя, иногда тоже не сгидая. Вообще иногда нету такого. Поэтому. Телефон номер давай. Дочь есть. Вы просто фора через. Если у вас кто проблема есть, поставить только с. У него есть трава. А телефон нам дайте свой. Телефон. Да. 8 906 906 да. 906 да. 96 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
лечебные трава, любой, я могу объяснить. Отлично. Или это приготовь лекарство, ага. Если непонятно как. Раньше, тысячи лет назад, я видел русский, они туристы в Китай ехали. Да. В Китай ехали, купили лекарство. Угу. Они принимали это такой, как шарик. Угу. Принимали, надо жевать, говорит. Угу. Жевать, они жевали. Жевали целый день, не получали. Угу. Они через знакомые говорили, кто объяснил. Вы хотите, как я видел? Почему? Это Кришна, это просьба, пространство. Суля, думаю, что суля. Суля, думаю, что. Суля. Это трава, это тоже хорошо лечение постоянно. Угу. Очень трудно купить, трудно делать. Угу. А это уже все. Уже готовы, да. Да. Когда это уже не помогает, трава. Это комплекс. А еще вот это вот лекарство, кроме псориаза, еще что-то чего-нибудь помогает? Еще это какое? Помогает. Как? Волочанка. Не очень, это тоже улучшение есть. Ага. Волочанка, еще псориазический артрит. А, еще при артрите даже? Псориазический артрит. Это тоже хорошо помогает. Волочанка лучше не забудет. Есть такой метод на
А это только псориаз или экзема? Только псориаз. Не другое полезнее помогает. Мара, чуть-чуть улучшение. Хон, а вот это вот только доктор делает, да? Да. Это вы готовите? Мне кого только мне. Да. А сколько стоит? Вот баночка отдельно. Не, это нет, если... а комплекс. Комплекс. Ага. Денег нету. Хорошо, отдельную нет. Баночку. А? Отдельную баночку, если пупок, который надо сыпать. Только пупок? Да. Не, не выйдет, да? Не надо, это как машина, вы только корчок убить. Ну, будет понятно. Не сетка, да. Нет, не надо. Они просто комплекса. Там же пупок и одновременно пьешь. Да. Пупок себе работает, свою работу. Пупок, это так связано с чем. Да. Почему Бога? Точка. Угу. Почему это червячины, когда у мамы живот, они все через вот это питание. Да. Поэтому здесь и место самое хорошее. Да, это самое хорошее, туда пехки ставлю, очень хорошие. Ага. Сначала это кот, как родит, через это, рот не помогает, нельзя кушать. Хуан, ну если вот у нас будут, вот у меня просто нет сейчас таких проблем, ну, с псориазом, это я просто для себя учусь, а вообще, если вот можно будет обратиться, да? Обычного нет. Если ну, комплекс, будет, чтобы купить человека, да, можно, может, если будет, да? Если у вас есть такая знакомая, такая пациентка, можно это все было понятно. Да вот в том-то и дело, я теперь знаю, куда обратиться. Сразу на курс, да, на курс. Да, на курс, например, мы уже поняли, да, очень хорошо, я сейчас напишу еще. Цена 12 000 комплекс. 12 000, да. Курс, да. На курс. Потому что много писали, они не могут лечить, они не понедают. Только у него много, очень-очень много плакать. Сейчас Россия на Европе, они хотели тоже узнали, это после Алиса. Да. Там тоже через почку я там. Ну тоже, ну я говорю, что если что. Так сейчас конкретно-то нет проблем. Ну, вообще хорошо. Просто там вам возможно лечение. Да. А самое главное, мы поняли, как это делать, и чтобы потом это... Нет, это здесь инструкция, это не трудно, все можно. Ну, это что, у нас Хуан есть? Да, все есть, да, у нас все есть. Обратимся, я подскажу. Самое главное, вы собрали так, пациенты, проверьте эффект. И хорошо помогает, тогда ему много чего-то. Да. Тогда и помогает ему много чего-то человека. Но получается, если только вот маленькое пятнышко там, это не надо, да? Не надо. Прямо вот это хрень проходит. И мазли тоже проходит, то есть не маленький. Да, вот я имею в виду. Маленькое не надо хорошо. Еще много пройтись. Это не очень эффективно, не надо. Я поняла. Хорошо, это при больших проблемах. Сами хуже, вот это большое. Да, бывает такое. Очень хорошо. Очень хорошо, да. Хорошо, теперь как попокрутиться. На чем ты будешь, да? Тебе очень хорошо. Тебе у вас самое главное. Домой собрать такой пациент, это ваш надо. Вы знаете, как кто психолога посоветует лечение. А мази какие-то не от псориаза не помогают, да? Кал. Кал. Не помогает от псориаза, да. Помогает. Есть, да. Нет, гормональный не надо. Гормональный сразу помогает. Потом, трудно лечение. Почему не полное лечение? Гормональный и внутри, и маленький, лучше не надо. Я лечил так, вообще не помогали. Почему? Они раньше много гормональных принимали и мазли. Потом трудно лечение. А если, значит, вот ковидом вдруг, не дай бог, там близкие заболеют, можно тоже обратиться к вам за этим составом, да? Вот которого нам рецепт написали, вот, который мы не знаем, где брать. Сейчас? Не-не, ковид, если ковид.
Ковид? Если ковид, коронавирус. Коронавирус. А, коронавирус, да. Я могу. Если могу тоже, рецептов у тоже нас так, есть. Есть, да? Трава. Трава, вот-вот. Да. То есть можно обратиться. Ага. Все, хорошо. Угу. А сколько пьют там? Две недели, да? Нет, да. Нет? Если снимать температура. Да, температура. Три или пять, не, 3, не 5 больше, три. Три-пять дней, да? Да, пять дней. Три дней или пять дней. Хорошо. Когда больница или сами лечили, температура уже больше нечего не снимать, вот этот рецепт хорошо помогает. Понятно, все. Ага. И кашель, и так далее. Еще как нюхать, как она вот это, нюхать не работает. Да, и да, вкус, да, вкусно, да, не чувствовала. Да, это, да, другой рецепт. Да. Ага. Это тоже помогает. Другой рецепт. Стопаешь. Сердце как-то не стопает. Про гормоны. Гормоны? Гормоны. Если гормоны пить, потом никогда не вылечишься. Да, это гормоны только сначала хорошо помогает. Это время. Быстрый эффект. То есть в женщины в России пьют гормональное, чтобы не беременеть. Да. Противозачаточное. Это вредно. Ага. Это очень вредно. Да, конечно. То есть они делают очень плохо себе. Ага. То есть и тут уже происходит химия внутри организма, что начинает женщины болеть уже другими. Да. Болезнями там, ага. Очень что много. Что вы сказали, женщины, которые пьют, не беременные? Противозачаточные. Гормоны. Гормоны пьют, это да. Очень плохо. Как они называются? Гормоны какой болезни? Если щитовидка, если это не хватает, можно таблетки принимать. Они только отдельно. Гормоны для щитовидки. Для щитовидки, понятно. А там каждый день один таблетки, там, а этот. Ну, ясно. А каким-то образом можно щитовидку без гормонов? Да. Щитовидка? Без гормонов для щитовидки что-нибудь есть? Никакой щитовидки много болит. Трава. А трава? Да, трава можно. Можно, а как тоже в есть, России рецепт. Есть или у нас такой нет травы? Щитовидка сколько? Самые крупные 5 по болезни. Гипотиреоз, гипертиреоз. И очень большой, и гроза. Да, выпучивание. Да, это отдельный номер рецепт. А, это отдельный рецепт, да? Да. Но все равно лучше гормонами не увлекаться. Да. Правильно? Не, да, не надо. Гормональные вообще тречеречные почти еще не нужно. Витамины можно, а как питание. Китай сейчас Европе это лекарство. Три, это еще антибиотики. Антибиотики, да. Еще витамины, это много видов. Еще гормоны, много видов. Это три очеревичные. Сначала помогает, потом читает не очень. Почему это червечные, все эта трава растется, это трава питания. Живут, могут мягко больше. И это, да. Химически, это если много, это человека не нужно химически. Это в крайних случаях. Да.